Точно, Юля, ты справилась с этой задачей. Я тоже. Вот я сделала. И Ярослав справился уже. Дань, подожди. Все синие. Все посчитай, сколько у тебя вагонов? Три. Три, а у Матвея? Четыре. А у Матвея четыре, точно. У Вари получилось, у Ульяны... Ага, у всех получилось. Так. Лиза обещала, вторая. Лиза тоже не очень сложно сделала. Она же сделала узор. Давай всем покажем. Смотрите, два целиком желтеньких, а два треугольничка красненьких. Матвей, сможешь такое повторить? Как у них там? Два целиком желтеньких. О, два точно. Правильно, Ульяна. О. Я собрала. Точно, Варя собрала. Ты хорошо начал один там бантик должен. Вот этот как раз хорошо лежит, а вот этот, смотри, красный бантик должен получиться. Так, а вон у тебя, смотри, у тебя три кубика, должно быть четыре. Давай последний кубик сделай правильно. Юляш, смотри. Я сделала. Да, ты вот сделала. Я сделала. Так, смотри, у тебя другой узор. Подожди, у Ярослава еще не получилось. Посмотри внимательно. Лиз, подожди, давай поправим, чтобы Ярославу было хорошо видно. Убери ручки, а ты его загораживаешь. Смотри, красненькие к серединке. Вот у тебя желтые хорошо стояли, ну, а вот так, красненькие... Нет, и у тебя тоже красненькие к серединке не получились. Смотри, я один кубик поверну, вот так вот. Смотри, красненьким к серединке. И вот этот тоже надо так же повернуть. О, Матвей, получилось. У тебя белый к серединке. Можно? Серединочку, чтобы все видели. Один целиком желтый, один целиком синий. Погоди, целиком желтый я вижу, а целиком синий где? Я не понимаю, как здесь, потому что все развалило. Нет, никто ничего не развалил. Смотри, вот целиком желтый и целиком синий. У меня нет синего. У тебя голубой, можно голубой. Половинка желтого, половинка синего. Так, у Лизы получилось, у Ульяны получилось, у Дани получилось. Ну, смотри, вот. У тебя целиком желтого не хватает. Не, а у тебя вместо этого всего? Ой, Варя, какая у тебя скорость, ничего себе. Ульяна только закончила, а ты уже все построила. Я только такой. Да, у тебя другого оттенка, синий, это не важно. О, и у тебя, Даня, готова. Да, хорошо, ты начал, Матвей. Так, конечно. Да, правильно. Так. Да. Остался целиком белый, Юль. Вот. Белый. Смотрите. Ой. Там надо красный с белыми листами поменять. Понимаете, ты загораживаешь. Ой, какая. О, ничего себе сложное какое ты придумала. Да? Побери ручки, пожалуйста, чтобы всем было видно хорошо. Не-не-не, оставь. У тебя получилось. Только у тебя, Лиза, вот эти вот. Вернуть надо. Не той стороны треугольники лежат. Буковка Г. Вот. Точно, молодец, Матвей. Пять.